Доброго утра! Проснулись, улыбнулись. 8:30 у нас Андоху провела на... Проводила, да? Проводила на автобус. Они с Дашей пошли, приготовили завтрак. Сегодня у нас манка на завтрак. Я посмотрела в холодильник, открываю. Это манка, молоко и сливочное масло. Ну, еще пряничное тесто. Вот, и поэтому приготовили сегодня манку Сержуни. Пока я тут делала чай, кофе, он мешал манку. В общем, так круто было. Манку с клубничным соусом поели, и сейчас я смонтировала два видео. Я молодец. Сейчас иду приводить себя в порядок, готовить обед, и хочу, наверное, помыть пол на кухне. Сегодня много дел, мы сегодня не вяжем зелень, поэтому будут такие домашние дела. У нас еще сегодня футбол, карате, танцы завтра. У нас, получается, все дни заняты какими-то кружками и секциями, и даже суббота. Поэтому, в общем, супер недельки начнутся. Ну, поехали. А я тут сейчас занята, мою пол на кухне. И хотела показать швабру. Я когда ее купила, по-моему, не показывала. В общем, она стоила 1000 рублей. В ней, конечно, есть недостатки. Это какой-то такой аналог, знаете, китайский аналог какой-то вот супер-пупер швабры. То есть она бесконтактная. Вот она шла. Такая вот ручка на ней крутящаяся. Вот видите, здесь есть такой пиптик. Вот сюда вставляется щетка, ну, швабра для того, чтобы отжимать ее. И такой же пиптик вот там вот в ведре. То есть мы вставляем швабру, стараемся попасть. И как юлу, вот так вот за ручку ее раскручиваем. И то есть там прополаскивается тряпочка. То мы все это вынимаем, вставляем уже вот сюда вот. И здесь делаем точно такие же движения, как юла. Вот так вот отжимаем. Достаем. Так вот делаем немного уклон. И моем. Единственное, что, конечно, нужно пропылесосить перед этим всем делом, потому что она достаточно, ну, оставляет, в общем, некоторый мусор, ну, можно до пропылесосить и после. Потому что в мытье полов у меня лично самое нелюбимое – это споласкивать тряпку и опять одевать ее на швабру. Поэтому, в общем, пока мне этот вариант очень даже нравится. Вот, теперь сейчас домою пол, еще в ванной и в коридоре. Вот, в оазисе продается у нас станица, 1000 рублей стоит, но мне кажется, и там же в оазисе, либо в фикс прайсе есть вот такие вот сменные парички. Так что, кому интересно, мне лично нравится. Мне кажется, даже ребенок может помыть с помощью этой швабры пол. И добавила сюда фаберлик для пола. И теперь красота, мою полики. Антоху забрала. Так, форму что, будешь там оставлять, в школе? Тебе положить нужно ее в отдельный рюкзачок, да? Да. У меня сейчас пряники, подготовка. Что для этого нужно? Для этого нужно найти было 6 принцесс Диснея, вырезать их. Они должны быть маленькие, соответственно, потому что их будет много на тортике. Это все топперы, они будут с палочками. Это будет пригласительное на детский день рождения. В общем, очень интересная штука. Задумка. Это будет именное. То есть здесь будет имя, небольшая картинка. И написано «Приглашаю на день рождения». Вот. А это будет уже подготовка к дню дошкольного работника. То есть к воспитателям будут такие вот небольшие пряничные подарочки в коробочках с напечатанной красивой картинкой, подписанной там любимому воспитателю, либо можно фамилия, имя, отчество. Вот, сейчас буду делать вот эти заготовки, а вечером буду расписывать. Не сказать печатать. Вот, потому что на росписи ушло бы очень много времени, особенно на вот этих вот малюсеньких-малюсеньких принцессок. То есть я вообще не представляю, они настолько маленькие, у них глаз будет как будто какая-то у иголки.
Вот это вот ушко. Поэтому это будет пищевая печать. Ну что, выпустил? Вот. Пошли туда, на улицу. Пока мама там печет пряники, Антоха кузнечика поймал. Да? Он на меня залез. Да ты че, а ну покажи. Аккуратно. Ух ты. Нет, он, я его боюсь. Да я на тебя не буду ложить. Вот он какой, да? Прикольно. Он на меня напрыгнул на колено, пока я ела виноград. Да? Ускакал, потом, я думала, он уже ускакал дальше, а не ускакал. Угу, он еще не ускакал, да? Ему никто пока не мешал. Да, он на тебя, да? Прыгал, прыгал. А я думала, кто у меня? А здесь кузнечик, он сразу испугался. Угу. Не выпустил. Вот почему у него такие ножки, что прискок. Да, длинные, да. Я готовлю ужин. Сегодня это жареная картошка. Знаете, как я это не очень люблю занятие жарить картошку. В этот раз порезала ее, чтобы она не слишком развалилась. И такими вот прям дровами. Вот сейчас здесь покажу. На найсере, дайсере. Вот, надеюсь, что останется более или менее целой. И просто жарю ее с луком и с морковкой. Сейчас все это нарежу. Лук и морковку. Антоха на футбол собирается. Да, сына? Да. Давай воды только не забудь. А я его сейчас отвезу. Кроссовки свои камышватские обои. А, вот тут нам кизильчик собрал. Собирает, да? Теперь что-то надо выбирать. Да, сейчас выберу виски. Откину. Угу. Хорошо, будет компотик. Ну, чтоб же кизил. Немного, когда он насыпался. Ну да. Ты сам, да? Антоха сам побежал. Сейчас отвезла Антоху и еду, тут радуга. Где-то... А у нас дождь начинается. Все, поехала снимать белье. Потому что радуга светит. Светит. Ты меня ждал? Гришу вести на карате? Да. Антона забирать, да? Да. Поехали. Конечно, такое прям тучи находят. Наверное, дождик ночью будет. Все выскочили встречать тетю Любу. Любовь, привет. И я выскочила встречать тетю Любу. Повстречай тетю Любу. Какая-то другая. Люба помыла голову.